вышел бы Илон или те, кто его хозяева, которые ему отдали, рассказал бы о том, что он забирает в концессию все автовокзалы, автостанции в Республике Молдова. Но я вижу, молчу неделю, две, три, четыре, полтора месяца проходит, все, решен вопрос Шурм, повторяю, он забирает все автовокзалы, автостанции в стране. Если не забирает румынская компания Tarom, он также забирает авиакомпанию Air Moldova. Все молчат.